Что, давай рассказывай. А что рассказывать? По минометам 3 дня, блин, уже. 11 трупов. У вас? Нормально. Целая тут большая часть. Под минометом просто. У нас минометами обстреливают, и все. Вот же сволочи. Вот же суки. Вчера решили прорваться, поехали по болоту. 60 танков потопили. Ну вот. Сейчас вон вытаскиваем потихоньку. А где-то в Лесире, да, где все это конца? Да, в ждем, пока не дергайся, не подходит. Их в еб... Кого в еб... Сопляки. Еще нету, что ли? Все, блядь. Я построил, блядь, выход, выходит. Выходят люди, построил на выход к вам. Подготовить? Да, да. Минометный обстрел пошел, блядь. На еб... Сопляки, блядь. Слушай меня внимательно. Никакого заявления не забирать. Все нормально было. Я, вот, да. Мы тут окопались. Никакого заявления не забирай. Все. Мам, я не понадобится забираю, деньги вывозить. Я тебе денег, Таня, дам, она перешлет. Ты выйдешь. Кредитов мам, никаких надо. Не будет. Послушай меня. Мам, все хорошо. Послушай меня. Нас сказали... Послушай меня. Мам, ну, есть информация, что нас, возможно, будут выводить через 2 дня. Сюда едет начальство, сюда едет Гуревич и Головьев, и, короче, нас возможно... Все, ничего не бойся, ты понял меня? Мам, тебе уже бояться нечего. И Гуревича этого, блядь, и всего. Мам, я всех посмотрела, крыс твоих тыловых, мам, ты если поняла бы меня? Я бы не ты понял сюда меня? Мам, я знал, куда я еду. Я ты знал, куда я... едешь? Ты пойми одно, ты знал, знал куда вот ты едешь. Будет. Ну не в боевые действия. Вы ехали на зачистку, а не на боевые действия. Мам, мы не вот. Мам, мы мам. За... Что мам, вас подожди. Крошили там как винегрет, блядь. Мама, мы приехали не все, на боевые я тебе действия, сказала. Мы приехали на войну, мам. Мы приехали просто в пекло. Просто в пекло. Нас просто на всех. Вот в чем ситуация. Вот, вас на правильно ты говоришь. Сколько вас человек сейчас насчитывается, которые не забрали заявление? Ну, пока сейчас около 30. Кто вам под... вернет детей, б***ь? Вот я что говорю, кто вернет? И здоровье ваше кто вернет? А деньги вам предлагают? Николай, вот там эти деньги тебе в шоу, б***ь. Пока на Гавайи спить.